Здорово, народ, приветствую вас на канале Пародею Чил. Да, это я. Поставьте лайк под это видео, напишите комментарий, подпишитесь на канал. Все будет круто, зашибенно, приятного вам аппетита и просмотра. На какой стороне каршеринг может быть? В смысле? А, вы типа не посмотрели? Лёх, ты очень хорош. Жарко. Так тепло. Потому что у меня не... Мы же не в Мурманск едем, в Мурманск мы летом едем. Потому что вечером, ночью мы будем на холоде. Там будут, скорее всего, и комары, и все. Я заранее... Минус рекомендации много. Мне... Перманентно подмышки себе тебя. Я буду на улице вышли. Тебе, по-моему, не нравится, да, когда вот так парни стоят? Мне? Да я обожаю. Я бы сам так стоял. Стой. Илюха, бей. Бейте, сука, бейте. Давай. Дайте, хочу прокатиться. Да давайте поедем, нас ждет. Надо прокатиться, нам нужно 3 дня подряд, мы будем на ней кататься. Нам. Подождите, он будет поехали. Там? Нет. А что будет? Сейчас поедем я покупать. Я вообще не ебу, что происходит. Сколько эта хуйня стоит? Вы машину купили вчера? 130. Я правильно понимаю, что я плачу, да? У меня деньги. Что? У тебя нет денег. Что? Что? Мне скинул Коля. За что? Бля, вы машину вчера купили? Ты, может быть... Ты, блядь. Боксом перестанешь заниматься и будешь сидеть за конфой, а? Ты вы, кстати, не на Тесле едем? Потому что она... Давайте прокатиться. Потому что она электрическая, и там батарейка разрядилась. Бля, вы двигатели? Так там вон стоят. Самый двигатель. Так он туда и поехал на зарядку. Там все занято. Поставили на зарядку. Там осталась медленная зарядка. Давайте, ладно, на квадрике тогда поехали. Где ключ от ижа? Опа. Бурмалей, дурак, блядь, тупой. Все, он проебали ключ? Он у него подожди, дома. Подожди. Сумки поставь, поставь в сумки, поставь в сумки. Он на тебя, поставь в сумки. О боже. Да там он просто сейчас прикалывается. Есть обычный ключ. Нет, это не ключ. Не ключ. Бля, есть перцовку, блядь. Такой огромный с перцовкой, блядь. Чтобы таких же огромных нахуй срубать. Такой огромный приезжает. Куром насмерть. Витёк приезжает к тебе в комнату и сразу уезжает. Куром насмерть. Даже с перцовкой уехал. Так, это чтобы инъекции ставить. Ладно, на машине? Да. Ты какой? BMW Maybach. BMW Maybach. Сосать нахуй, с нулевой знал, что он здесь лежит. Все, погнали. И документы даже есть. Погнали, погнали. Погнали. Ключи на месте. Ну, давайте пошрет. Да нас ждет человек. Так она поехала на заряд. Надо во вкусной точке заскочить. Посмотри, надо заехать погреть. Срочно. Ну вообще, пап, можно похавать, а потом уже поехать. Я не ел. Можно покушать. Может, не надо, мы давно там не были, надо проверить. Леха не сможет залезть на туда. Ну, знаете что? Но Леха 2 года назад туда бы залез. Заори. Пацаны, вы сразу начинаете убегать. За вами сразу, ну, внимание, все. Вы просто будьте собой. Слышишь? Сначала был всего один вопрос. Ебанутые. Да, реально, что чел сказал? Сразу понятно, что это вы преступление. А то, что там торчит вот этот чел, который с нами идет медленно. Нет. Это не мы, да? Просто, ну, как бы где автомобиль будет. Пацаны, вон надо посмотреть. Пойдем посмотрим. Да бля. Горилочка говорится, а когда они ебнутые. Поехали. Кто еще раз наступил? Я случайно наступил. Я видел, как ты на мои пятки смотрел. Да ебать! Я случайно! Иди нахуй! Зачем ты специально идешь за мной за спиной? Это называется случайно. Ты, блядь, создал повод. А, Горелыч! Может, если ты сейчас берешь хоть что-то поесть, у вас отменяют шашлык. Такое правило. Бери хот-доги. Ясно. Вот так он. Разлад в команде это называется. Променял пацанов на зал и шашлык променял вот на это. Ясно. Я после тренировки не поел. Куриную шаурму делаем? Да, я и как-то. Давай. Мы в 6 должны у него быть. Поехали. Приготовят ее быстро. Он не ел ничего, но будете иметь уважение. Ну реально, будьте людьми. Ну, после зала, мужик, мне надо сейчас уколоться, блядь. Это верно. Мы либо вот сейчас идем на. Мы и так время, а? Люк, ну вот эта хуйня просто так не растет, понимаешь? А мне тоже возьми шаурму. Стандартную. Стандартную и морковку по-корейски, давай. И картошку фри. О, кстати, по-корейски. Картошку фри. О, и картошку фри тоже туда. Шаурму? Ладно, да, я люблю. Да, я тут сам хочу. Я готов ехать. Пацаны, мы просто сейчас так время. Мы либо реально... Надо заказать, ну ёбану. Нет, поехали, все, поехали. Пацаны, ну нужно ехать, реально. Давайте, сейчас мы
Просто если он будет заказывать, я закажу. Что это, блядь? Это несправедливо. Две минуты будет готово. Надо примерно аналогично. Если заказывает хоть один, заказывают все. Да, тоже верно. Если типа... Нельзя, чтобы только готовить. Коля, от меня... Скорее, 5 минут максимум приготовить. Тогда надо еще уходить. Поехали. 5 минут, пацаны, 5 минут. Мы потом потратим 40 минут на еду, а сейчас можно 5 минут потратить. Тоже верно, блядь. Мысли предпринимателя хорошие. Но нас ждет человек. Нас ждет человек, реально. Ждет человек и ждет плохой брат. Давайте возьмем колбаску. Человек какой ждет? Который продает нам транспорт. В 6 часов мы должны быть у него в Мытищах. Если плохой брат ждет, то плохой брат может приехать пока к нему. Тоже плохой верно. Брат поедет на локацию. И чем правда. Дольше мы затягиваем, тем ниже солнце, и тем больше мы в темноте будем ездить. Тоже верно. А если голодные мы будем ездить, то лучше вообще туда не ездить. Вот это очень верно. Подмена. Давай я позвоню Щелу, скажу здравствуйте. Обмен скажу. Мы хаваем. Здравствуйте вам в сырном лаваше или... Предложим. Мы приедем не в 6, а в 17.30. Но принесем вам Никита, предложи ему шаурму этому человеку. Не в 6, а в 6.05 мы приедем. Шаурма 5 минут готовится. 6.05 Мытищах, придурок. Так сколько ехать? Нам ехать еще тут час тут. Нам время без адский разгон, нам пизда. Я и не видел. Один хуй, ладно, если бы не опаздывали, так мы и так опаздываем, что 5 минут тут не играют роли. Да, вот это, кстати, верно. Блин. Там 5 минут вообще не решают. Когда на час опаздываешь. Коль, я здесь бессилен. За 5 минут надо бороться. Ставьте класс и подписывайтесь на канал. Бородевич Чил. Вот это вот дуру на камеру тоже. Давай. Понимаешь? Ну ладно, у нас уже полная анархия происходит. Смотрите, либо заказывают все, либо никто. Ну только так. Коммунизм. Я не буду заказывать. Какой коммунизм? Нет, ты должен взять. Либо мы тебе бьем ебало по очереди каждый. Вы на углевод... Нет. Вы на углеводной игле, мужики. Мне это сказали. Коля, вот, вот такое уважение к тебе. Коля, если есть варик уехать в Турцию, я с тобой поехал. У меня тут реально это, эти люди давно изменились, стали другими, я не хочу с ними общаться вообще. А как Илюха подводку сделал, что типа невесту уже не заказывают, то все. Ну а так хотел... я тоже хочу, в смысле? Если мы их ждем, то и что, блядь? Я буду смотреть, как они едят, нихуя себе. И каждая шаурма готовится тоже, по 5 тоже минут. Правильно. Наказываешь. Правильно говоришь. Ты похож на кого-то из смешариков. Лёх, ты будешь? Да! Мне классическую, пожалуйста. Ксаня, давай, не, подожди, смотри, так, вот это нечестно. Потому что ты сейчас будешь такой, бля, пацаны все заказали, я их всех просил, ты должен, чтобы у тебя не было плюс репа, ты должен заказать. Даже скинь ее сразу. Ну, он хочет поесть плюс репа. Ты ебланище, но... Потом после плюс репа заработаешь, я сука белая. Я поел дома, пацаны. Бля, какой ты молодой, красивый. Пацаны, Горилыч угощает, но, бля, уважение имейте, тоже поесть надо. К Данилычу на карте денег не хватило оплатить. Я еще раз повторяю. Последняя китайская, бля. Давай, бери шаурму. Энергетик будешь, Лёх? Очень хотел. Энергетик не буду. Давай, Лёх, как ты хотел. Как ты хотел. Я так и хотел. Хорошо, что не это. Вот так. Пока. Теперь здороваемся с друзьями только так. Мы вроде... Это правило уже было, это и все забыли. Это не хуйня. Нет, это нововведение. Либо фоткаемся только так. Не, вот и так. Прощаемся вот так, пока. Вообще я предлагал... Да, как он выдал все? Я предлагал пока. Вот среди... Продавец Теслы. Серьезно? Да, ну так. Продавец Теслы. И под таха, под колесо ей. Я предлагал типа только... Ну нахуй. Конечно, если бы время проводил с нами, а не с женщиной. Да он в зале был целый день вчера. Да, ну то же, нахуй. Не сможет. Дура. Не сможет. Покушай сначала идти. Подожди, даже на бок не перевернешь. Подожди, а если я сейчас просто не моргну по хуйню, его все спортивные достижения обесцениваются? Да. Ладно ты уже, блин. А тебя по один разочек от груди отожми. Бля, я тоже подниму, изи. Стачет очко по рукам. Блять, дайте хоть разбиться. Следующий. А сзади стоит вот так вот. Все с кривой спиной. Где базар? Да бля, я технику не шарю за эту хуйню. А, бля, если с кем попиздиться, базар нет. Свечком. Предложили вот эту штуку каршерингу прицепить и ехать вместе с собой. Я спину потянул. Два раза больше меня, бля. Я просто понял. Мужики, надо шаурмы поесть, тогда поднимется. Я не варю клад. Я не потяну.
Не, Саныч, давай, ты сможешь. Я не давал прям все силы, потому что я знаю, что спине пизда. Но сейчас, я не подниму. Саня, твоими пальцами грех не поднять. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Ладно, базару нет, сильный. Да хуя сильный, пиздец. Ладно. Да, мужики. Интересно, для чего это жизни пригодится. Коробки на тебя притаскать, когда будет переезд. Пацаны, все вот эти. Я всю жизнь тренировался, чтобы однажды на стриме эту хуйню поднять. Ну, по факту я так и есть. Так и есть. Надо было никому после него не поднимать, типа, что да эту хуйня. И нам говорит, да бля, каждый поднимет. Нахуй нам на это время даже тратить. У него пробилась броня, скорее всего, бы сразу. Ебать, я. Это упражнение для укрепления брони. Не, так больно, наоборот, так не поднимешь. Минус армор. Да ну, Саныч. Ай, блядь. Не пизда уже. Уже все? Да, я домой еду. 10 раз подниму, не, даже вообще не почувствую. Сколько она весит? Дал, как будто она? Давай еще раз подниму, скажу, сколько она весит. Будь любезен. Давай. А что, у тебя весы еще там какие-то? Сейчас. Давай, еще один подходик. Понял, шорты лопнули сейчас. Вот килограмм 150. Реально? Ну да. Ухуя себе. И как ты предлагал, чтобы в клюпике 80 килограмм это подняли? Ты когда пакеты носишь, пакеты легко носить? Пакеты легко носить. Пацан, я мастер спорта по пакетам. Пацан. Так Илюха реально как пацан выглядит. Эй! Нет, подожди, так ты будешь. Вот так ты больше как пацан выглядишь. Когда у тебя кепка наверх, вот это, я не знаю, откуда тебе эта хуя, что кепку наверх носить надо. Он американец был. Ну, точно. Так, я всегда... Я снэпбэки вот всегда так носил. Бро, поправь причесочку, как в видосе, пожалуйста. Снэпбэк. Вот так можешь делать? А, я так всегда делал, как Джастин Бибер вот так. Джастин Бибер или Джастин? Джастин Бибер. Пацаны, я если захочу, я эту хуйню переверну. Не сможешь. Я просто не хочу, я же сказал, если захочу. Ты сможешь, вот, смотри. Так ты не сможешь захотеть. Штуку приподнять просто его чуть-чуть. Брат, делай. Ну просто прикинусь. Бля, прикинь, не горит. Не, ну у нас слишком много весит. Просто чтобы ты рехнул его чуть. Кого? У кента в этом зоопарке. Ты сможешь зад машины поднять? Ну, Матис он почти поднял. Пацан. Да не, ну это уже хуйня собачья, не поднимет. Типа, главное не со стороны двигателя, багажник, по идее, ты можешь поднять. Нам же надо будет вызвать эвакуатор, чтобы ту хуйню забрать. Багажник рама. Да? Никита сделает. Пацаны, вот, ну, справедливо, мы уже ебать как опоздали. Вот, да. Вот это ничего не решает относительно того... 5, потому что хотели одну из нас. Зато представь. Одна 5 минут делается. Смотри, а нас 4, бро. Мы голодные, злые. 20 минут. Поедим. Я только хотел сказать. Сразу добрые. Ты понял? Мы поедем и будем думать о том, что ничего бы не поменялось, если бы мы вот не подождали это. Но зато мы голодные были. Какие бы мы но сейчас... Мне просто чел сейчас позвонит, Никита позвонит, а этот чел скажет, отмена, мужик. Мы едем, но это вообще ужас ебаный. Кто накинет? Ты. Или я. Неважно. За то, чтобы братья мои поели, я готов и больше отдать. Ладно. Мне в телегу чел написал, в архив просто захожу, чел написал, охуенный трек дропнули. И потом спустя, я такой, просто такой, ок. И спустя час он пишет, хотя твой парт говно. Обиделся на это? Я? Блядь. Там просто время не хватило. Время не хватило. Просто время Илюхе не хватило, так бы там пиздец разъебал. Да не, блядь. Там просто клип уже снимать было, надо было. Илюха одним тейком это записал. Ну как, с 20-й попытки, но одним тейком. Он просто весь свой парт от начала и до конца, типа, читал, и вот целый вот этот кусок вставил. Я уже Exile. Илюхе уже снайпер был какой-то ебанутый. Популярный тип. Да. OG Илья есть такой? OG Exile. Продеющие концы на волосах, как эти пивные усы, понял, такие? Желтые. Так должно быть? Сань, тебе же красили в салоне. Это пивные волосы. Кстати, там какая-то из покрасок покрасили, не той краской. Сбрей уже свои волосы, ну реально, нахуй ты. Как да, девочка, Сань. Нахуй у него спина сгорела. Это у него от пальчиков. Да, если бы ты мне так чуть-чуть сделал, вообще кайф был бы. А куда Бородевич ушел? Он обиделся. Бородевич! Ты куда? Давай. Наркитос и шаверму. Ебать, боже. Флешек взять, понял? Да. Зеленый или красный.
И сразу настроение появилось. И харизма. И харизма. Ой-ой-ой. Если мы поехали и не поели, бля. Угу. Ставьте лайки, пишите комментарии, подпишитесь на канал. Ну и сделайте все вот эти ютуберские штуки за то, что, ну, парни стараются, делают видосы для вас, для нас, для всех.